Давай-ка я объясню тебе, как тут все устроено. Во-первых, все из твоего отряда мертвы. Ты теперь один. Остров изолирован аномалией. Во-вторых, здесь сейчас у руля жесткие бандюки и четкие ребята вроде нас с тобой. Всекаешь расклад? Мне нужны люди, готовые пойти на самые жесткие дела. Пришибленные типы, типа тебя. А ты тебе как раз мой должничок. Ну так что, работяга, долг свой отдавать будешь? Буря ушла, а небеса вернули свой прежний цвет. Но бесконечный шторм, взявший в блокаду наш остров, остался. И он не прекращается по сей день. Выжившие, мы кое-как перестроились под новый лад. Создали укрепления, укрытия. Стали исследовать остров и искать решения и причины. Но среди нас было много разногласий и ненависти. Остров населен всякой шушерой. Истовики — это типа местные племена. Бригадные — это типа бывшие советские военные. Есть и всякие дебильные ордена, банды там, аномальные твари, мутировавшие звери. И какая-то лютая хрена. Приключения на жопу себе найдешь.